Организация летнего отдыха детей, условия проживания в лагерях, качество питания и досуга. Эти и другие вопросы обсудил глава муниципалитета Андрей Иванов на выездном совещании, посвященном летней оздоровительной кампании. Площадкой для проведения стал Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Еще 210 ребят из нашего округа летом отдохнут на базе оздоровительного центра «Горизонт» в Клину. Первая смена в этом лагере уже завершилась, сейчас идет вторая смена. Также мы закупили 137 путевок в Крым в детский оздоровительный лагерь «Гагарин». На территории округа открыто 4 полноценных лагеря и 34 дневного пребывания. Чтобы узнать о качестве летнего отдыха, Андрей Иванов по видеосвязи пообщался с представителями лагерей, родителями и детьми. Родители довольны. В принципе, наша самая основная задача – это чтобы в первую очередь был доволен ребенок, ну и, соответственно, родители тоже. Все лагеря у нас работают в соответствии с требованиями и СанПина, требованиями пожарной, террористической безопасности. В лагерях, в каждом лагере работают вожатые, которые обязательно проходят курсы подготовки вожатых и школу вожатых. Реализация летней оздоровительной программы ведется в рамках регионального проекта «Образование Подмосковья». Всего в муниципалитете в 2022 году отдохнет около 23 тысяч детей. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».